Я всегда рекомендую вот эту рамку разрушать. Даже простым шагом, например, сделать из этого прямоугольника ров. Я вот сюда ушел, уже, смотрите, видите, контакт появился, все. Вот эта защита у него нету. Я не рекомендую так бороться с такой рамкой. Я не оборвусь всегда через один отворот, обязательно отворот, любой вывод, все. А вот эта рука как сабля рубит, туда, туда, куда хотите. У меня рабочая моя сторона свободна. Вот сейчас она только начнет плечо открывать, ну вот рука, вот туда, то есть будешь вот тут, вот. Все, видите, я уже там. Я уже там, она мне сама помогает, правильно, Мишель? Вы должны бороться сильной головой, не силой, а именно, чтобы вы получали удовольствие от борьбы. Я вообще все, не на силу бороться, как быки вот такие, а вы должны соперника выигрывать. Вот тогда вы будете получать от борьбы кайф. Поэтому я уже занимаюсь дзюдо более 50 лет. В 67 году как начал. И вот так пока не схожу с ковра. Вот видите, он разрушил эту рамку вот таким вот образом. О, пошел, ОРЗ это конструкция, что писал, что я вижу. Бешанельно пипу. Ну обязательно, видите, ноги работают. Ноги работают. Оригинально убили. Все вместе. Матей!